День знаний в Иванове выдался насыщенным. На мероприятие в честь праздника в молодежном сквере рядом с городским центром культуры и отдыха провели масштабный праздник под названием «Большая перемена». В числе соорганизаторов мероприятия финалистки конкурса «Ивановская красавица». Эта площадка называется «Физкульт-минутка», то есть дети во время уроков они учатся, трудятся, а здесь они могут отдохнуть, поиграть. Покидать обручи, кольца, поиграть в 6 стульев в игру, а также накрутить на карандаш ниточку, кто быстрее. Также во время праздника можно было сдать адаптированные под детей нормы ГТО, поучаствовать в различных играх и конкурсах. Кроме спортивных станций, для ребят были приготовлены интеллектуальные испытания. Наша программа направлена на то, чтобы дети получили удовольствие от этого праздника, чтобы они проверили себя в разных интеллектуальных спортивных состязаниях, спортивных интеллектуальных программах. Получили заряд энергии на весь учебный год, подготовились к этому учебному году, выиграли какие-то интересные и полезные для себя подарки. Самый большой подарок всем школьникам в этот день преподнесла природа. День выдался солнечным и теплым, что не могло не сказаться на общей атмосфере праздника. Тут очень много такого веселого. За каждый конкурс, в котором мы поучаствуем, дают сладкий приз. Да, там очень много призов, можно побегать, попрыгать, можно даже поиграть с мячом. Украшением праздника стали творческие номера в исполнении воспитанников студии современной хореографии «Возрождение». Кстати, в городском центре культуры и отдыха можно развить любой талант и выбрать занятия по душе. Любовь Почерникова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.